Мир вам, дорогие братья, сестры, уважаемые одесситы, гости нашего города. Эти слова «Мир вам» сказал Иисус Христос. Как никогда ранее они для нас сегодня важны, насущны, актуальны. Он знал наперед, что людей ожидают разные периоды и времена. Сегодня мы переживаем не лучшее время. В Библии написано «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Хочу сегодня сказать несколько слов ободрения, слова передать, которые сказал Иисус. «Не бойтесь и не ужасайтесь, этому надлежит быть». «Делай, что может рука твоя», — говорит Библия. «Помоги ближнему», — просит наше правительство, «без надобности не выходить из дома, давайте воздержимся». «Не приходить в места, где много людей, давайте сделаем это». Проветривать помещение, сделаем это, мыть чаще руки, сделаем это. Делай, что может рука твоя. Пусть поможет нам Бог пережить это время достойно. Да укрепится ваше сердце, да благословит Бог вашу семью, и пусть Его милость никогда не оставит наш народ.